Вопрос, связанный с харизмой. Как определение харизмы – это особая одаренность, исключительность личности в интеллектуальном, духовном или в каком-либо другом отношении. Способность буквально взывать к сердцам. Вы очень харизматичный человек. Можете посоветовать, как быть харизматичным? Я не думаю, что я удачлив в такой харизме. То есть привлекать других, увлекать других совсем нет. Я опираюсь на огромную науку, которая говорит о всей Вселенной и вообще о всех мирах вместе взятых, включая высшую силу, которая все это держит и управляет. И я сам немножко приоткрываю какой-то путь к этому огромному знанию для тех, кто желает. Харизмы у меня нет никакой. Я не желаю командовать, я не желаю увлекать. Я считаюсь, может быть, резким, грубым в чем-то, но это точно не относится к харизме, это относится к моему желанию, чтобы меня правильно поняли и обязательно шли только так, как я понимаю, если они желают идти со мной. Не знаю. Мне кажется, что если у человека есть цель, то он может увлечь за собой тех, которых он может увлечь своей целью. Ну, как еще сказать, не знаю. В общем, надо заниматься чем-то, тем, что для тебя самое близкое, тем, чего желает твоя душа. И тогда ты дашь хороший пример остальным. Или этим же заниматься, или чем-то другим. Вот и все.